Привет, дорогие друзья! Я очень рад вас всех видеть. Снова здесь я, как обычно. Я только что съел такую большую порцию гречки, что даже не знаю, как буду играть с таким полным животом. Может быть, даже получше. Гречка будет дать мне силу убить всех. Да, нет. Начало не очень хорошее. Но всегда важнее концовка, чем начало. Кто-то здесь? Ну вот, даже убил одного. Пошли через сюда. 5 против 5. Конечно, не большой онлайн, но хотя бы такое. Имеем то, что имеем. Здесь ничего. И здесь этот один и... Ну и здесь я показывал, какой я нуб в этой игре. Как-то надо научиться играть. Что я могу вам сказать? А то, если так буду играть, какой интерес смотреть? Как я здесь прыгаю? По 10 минут и умираю. И говорю какая-то... Какое-то безумие. Еще один там сидит, ну... Ну и пусть сидит. Пойдем там. Посмотрим, хочет ли кто-то дружить со мной здесь. Например, этот... Хорошо... Ой! Как повезло. Повезло и сразу не повезло. Это уже будет 5-й эпизод. 5-я часть, сколько я знаю. И хотя бы я уже начинаю чувствовать, что поудобнее как-то говорить по-русски. Но, наверное, вам получше сказать, как мне здесь идет. Ну как так можно умереть? И у них надо только одно убийство. Ну и да, и они получили. Получили ее. Его? Ее? Ну, убийство же ее. Так, снова за красных. Сыгрываем еще один раунд. Пожалуйста, удачи мне, чтобы я не умирал. Уже как-то холодно становится снаружи. Чувствуется, что зима ходит. Конечно, наверное, у вас в России там... похолоднее. Есть места. У нас то только такой ночь. 0 градусов держится. Сегодня как бы минус 1 даже будет. А у вас там, наверное, уже снег идет и настоящая зима. Кто там? О, привет, Форест. Рад себя встретить. И еще кто-то там есть. Что ты здесь стреляешь? Фух. Как повезло. Очень и очень повезло. Кто-то есть здесь, правда? Привет, гост. Рад тебя встретить. Особенно, когда я тебя убиваю. А не ты меня. И кто-то уже эту... А, нет. Это было на нашей крыше. А я-то думал, что кто-то уже...
вызвал это. Airstrike. Один раз попал. Но как мы знаем, одного раза недостаточно. 17-14. Пожалуйста. Можем мы ли побеждать синюю команду? Еще надо 4 убийства. Да только самому теперь не умереть. Я думаю, я пойду получше вот здесь. И здесь, наверное, что-то уже получится. Например... Например, его как-то убить. Ну, иди сюда, друг. Давай, еще одно убийство. Только еще одна. Ух, наконец-то. Ну и как хорошо. Закончим эту серию на такой приятной концовке. Скажем так. И так вот, друзья. Спасибо, что были со мной в этот новый эпизод о этой замечательной игре. Так вот. Благодарю за просмотр и увидимся уже, наверное, завтра. Если только эта игра не умрет и будет еще жива. Так что да. Пока-пока.